Что, друзья, всем добрый день. Начинаем съемку. Находимся мы уже в Грозовске. Да. Видео много этой площадки. Так вот. Новый поход сюда тут. Снимаюсь. Снимаю что-то интересное. Выехали с примерно, в принципе, 8:30 где-то сейчас уже. Часа, наверное. 3 едем уже. Давненько тут не бывал, хотел зимой сюда приехать. Поход сходить, да что-то. Все, никак-никак. Поленился поехать. Стенд какой-то, охотничий, туристическая база, Языковский. Переходим. Соколья гора, на которой я как-то был. Сороновская хромита, месторождение бывал. Гора Колпаки бывал. Вот я хотел еще, кстати, вот на ледопад Мельничный сходить. На Воронках не был. Большая Пашистская пещера. Дальше стенник идет. Заповедник Бесеги был. На Среднем Бесеге здесь пещера чудесница, не бывал. Дыровато ребра хотел съездить. Но не судьба, гора Сороновская, не бывал. Дальше стендик. Вы находитесь на земле Грозовского района. Просто, видимо, история какая-то небольшая. Да, Уральский горно-промышленный район. Первый уральский алмаз, понятно, в поселке Промысла, как обычно. Здесь Европа, Азия, стелла. И так далее. Здесь, соответственно, карта. Карта общего района. Такая вот. Здесь всякие там приколюшки, всякие памятники. Горнозаводска. Кусья Александровска. Вот я так думаю. Кусти по городу. Владимир! В честь тебя! Да. Ну что, скажите, Рома? Роман, здравствуйте! Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие наши телезрители! Слушатели! Слушатели! Смотрители! Оценители! Оценители! Где мы находимся? Мы находимся в Горнозаводске. И я хочу есть. Тебе нравится? Мне очень нравится Горнозаводск. За его тишину. Какой-то поселок это. Какую-то такую эту самую. Спокойствие, да? Спокойствие, первобытность такая, знаешь. СССРовская такая. Да, чувствуется. О, дух. Ветерок здесь. Чувствуется дух СССР, да? Здесь все еще в этом поселке. Во, ветерочек. Так. Магазинчики. Вот этот открыли. Вот этого не было. Где-то отделчик. Луки, яйцо. Что, будем? Будешь что-то брать? Да, я, наверное, попробую. Столовка. Чепинар. Ну, стекайся. Да, доброе утро. Легкого кофе. Хорошего дня. Отлично. Заряжает. Да, вот мы сейчас опять. Вот, зала. Куча. Входим. Дождь прошел. Дождик прошел сейчас. Еще идет.
Автовокзал здесь опять кружу вам автовокзал. Себя постимать. Там гора находится. Мы приехали на Качканах. Мы, короче говоря, она сейчас там в тумане. Снимаю, друзья. Передай привет через камеру. Наташа передает вам привет. О. Привет, привет. И ей тоже привет. Большой привет. От меня. Вот сейчас. Только вот приехали. Ну, моросит дождик. Пошел, взял себе билет. Дождливо здесь сегодня. Ну, воздух тут вообще чистейший, прям классный город, очень канал. Вон, это самое. Да, да. Там будет компьютер с правой стороны. Сейчас пройдемся туда еще. Мы смотрим, что у них там. Дальше тут есть, у меня какие-то фотографии есть. Это, видимо, зимой даже. Наш, как я понял. Сейчас мы посмотрим. Сейчас снимаем тихий городок такой. Вроде ничего, сейчас тут тишина. Ух ты, какая красота. Ууу, Качканар, знаю историю своего города. Да. Туристический маршрут по арт-объектам, интересным местам города. Нифига себе. К-65, это что такое? Дорога у них там идет, да, около озера. Да, вот у них тут получается сам городок, около горы Качканар. Тут вот так вот все тут зимой. Прикольно. Просяло. Какой закат тут. Вообще четкий закат над городом Качканар и горой Качканар. Да. И тут где-то автовокзал находится. В парке что ли каком-то. Ты красота. Мы на Качканаре рулим с вами. Рома рулевой. Ладно, пойдем дальше. Это недавно игра была. Качканар называлась. Приближухой снимаем чуток. Приближуха. И там у нас автовокзал. Поднялись на небольшой пригорочек. Перегорочек? Перегорочек. Сейчас еще раз туда. Перегородичек. Ну, там вот вершина была сейчас в дожде. Сейчас нормально так видно.
Поселок Лесной называется. Поселок Лесной. Да, опять дождь идет. Все как мы любим. Хоть бы там дождя не было. Да, как настроение оптимистичное. Да, особенно под дождик, да, вообще супер. Походный пессимист передает вам привет. Здравствуйте. А? Да, из Перми. Куда? Поехал. Куда? В Североуральск. У тебя птичка есть? А, это нету. Это камера. Что за велик у вас? А? Велик. Велик? Ты что? Мы на великах тоже. А? На великах едем. На великах? Ну. Туда вот. Байкалье, знаете? А, потом что? Вон туда, на Гух. Потом обратно идем на газ. Пикс прайс. Пикс прайс. И папа может. Папа. Представляете, магазин папа. Пикс закрытый. Нет, открыт. Давай закрытый. Может быть, что-нибудь найдем? Хапка здесь? Что представили? Приколюхи тут у нас. Давай все эти щеточки. О! Чё какой-нибудь? Щетка купить. Да! О, какой-нибудь там. Вон, бери 59 рублей, самый дешевый придет. Ну, пойдем на мур. Идем хавка тама. Хавка тама. Тама хавка. Что, пока не поздно, можно купить стельки, чтобы кроссовки сушить. Еще не поздно. Сушилку. Ну, которые электростельки. USB. USB стельки. Нету. Лич пакет завалил. Нифига, ну что такое? Ты же не маленький спрайс. Да, ну что, какие-то надо воду взять и какие-нибудь эти пирожечки. Кофе вот купил. Непостоянно сделал. Щетку. Я вот этот брал, вкусно было. Нормально? Да. Отлично. Отлично. Большая пачка. Ты точно не хочешь себе хлеба докупить? Нет. Отлично. Я с этой много не ем хлеба. Да, ты много не ешь, конечно. А пряники? Взял ты пряники? Да, пряники взял. 400 грамм пряников. А тоже 400. А это сколько грамм? Да, это возьми. Все, кофе есть. Воду надо взять. Воду рахма. Это рахма. Молочный душ. Взять тоже йогурт один. А? Йогурт можно взять. Опа.
йогурт будешь есть? Ну, а так. 19 рублей, нежный. Да. Да, у нас тут кружек-то. Хороший выбор кружек. Вон полторахи, да? Святой источник. Да. Наконец-то мы в городе Серов. Сегодня мы в городе Серов закупаемся. Полтораха вон. Святой источник. Да? Вон не газированный. Да. Все готовы. Готовы. Вон, кстати, эти бутончики всякие. Точно. Вот это. Ладно, что у нас. Протеин. Протеинку. Вот на эту кассу. Протеинку. Нам пакетик нужен? Карта наша есть? Я объяснить не желаю это. Наличка должна. По 19-10. Человек вам нужен? Да. Ты не знал? Че к вам нужен? 101. Что за дрова? К нам на вечер запасли. Подвезут туда к месту, спасибо, да? Ну. Давайте калий там подгоняйте. КамАЗ пускай подвозят. В гуху пускай подкидывают. О! Это говорит о том, что пришло лето. Раз арбузы продают. Фига арбузы.
Мэнни, привет! Куда ты едешь, Мэнни? Я еду на ГУХ! Молодец! Вы со мной? Да? Мэнни, Мэнни! Вот жалко, сейчас нету вот этого подъема, так бы видно было бы гору. Ага, ведь? Еще типа там с горы. Типа там с горы. Пача, 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 пача. Сейчас, возможно, откроется. Едем на победу. Ребята, едем на ГУХ. Дожди, фигня. Тихо, тихо. Фигня, дожди. Нам это не страшно. Мы этого не боимся. Блин, это, конечно, фейл снимать, одной рукой рулить и пытаться удержать, и картинку навести, потом еще свою харю показать, потом еще все остальное показать. Тебя покажу, все, что сзади, покажу, и все, что спереди. Вова Мэнни, Вова Мэнни Пакьяо. А, кстати, вон горочка-то открывается. У-ху-ху, еху! Мы идем к тебе, ГУХ! Пизда тебе, ГУХ! Ебаный насос! Блин, нет. По асфальту, конечно, снимать одно дело, одной рукой рулить и снимать. А по такой гравийке снимать, блин, вообще, фейл еще тот. Опа! На компьютере у нас 33, 11. Время часов 10. Сегодня, сегодня 9 число, 9 июня 2023 года. Надо как-то так обозначить эту дату, потом будем смотреть и не будем знать, какого числа это мы ездили. А вот тут я... И вот, друзья, это речка Малая Тонга, Североуральский район, около горки Рыбачьи Чирки. И... Роман Сергеевич, вау, тут. Вау. Ох ты, бабочки тут все. А мы думали, тут снег лежит. Оказывается, нет. Рыбачьи чирки. А вода чистая-чистая. Рыбачьи чирки здесь. Горка. Малая Тонга. Приехали мы вот оттуда, спустились. Ну что, а едем мы туда, ну что, поедемте дальше. Да? Добрый вечер, друзья, вот мы наконец и поставили палатки у подножия горы ГУХ, главный Уральского хребта, вот он, во всей красе. Все, готовим сейчас обед. Греем чай, пьем чай. Скоро будем ложиться. Уже отдыхать будем. Кайфовать. Сегодня был тяжелый день, прошли, проехали сначала на велосипеде, потом там пешком. Не, там не видно, там денежкин камень. Да. Прошли, проехали около 30, да, километров. Здесь у нас мой друган Рома. Что скажете, Рома? Я кушаю. Когда я кушаю, никого не служу. Они разговаривают, когда кушают. Вот так вот обустроились кайфово. Я прям на какой-то на мху каком-то встал. Сегодня буду спать. Кайфово, наверное, мягко будет.
без какой-то круто какая-то речка. Может, когда снег сходит, здесь, наверное, потоп лягуха идет. По этой вот крупной реке, можно сказать, здесь из растительности, естественно, здесь березы. Березы растут, что-то. Кедры, да? Вот мы встали как раз около кедра. Посмотрим кедр, пойдемте. Ну какой он красивый, красавчик. Я видел. Какой кедр. Я их так бросил. Небрежно там. Сейчас чуть пройдемся немного, поднимемся. Поднимемся немножко выше. Ну, тут так вот вид нашей стоянки оттуда, отсюда сверху. И вот здесь у нас идет уже главный уральский хребет. Буквально полкилометра отсюда уже Курум начинается, подъем туда наверх. Завтра, возможно, вот на этой силовине пойдем, поднимемся. Ну и там дальше выше пойдем по Угуху. Так что сегодня мы очень устали, сегодня будем отдыхать, спать спокойно. Думаю, нас никто ночью не потревожит. Вот так. Ну что, будем прощаться, друзья. Завтра, думаю, включусь. Поснимаем еще Гух. Где-то, может, дойдем куда-нибудь. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех целую, всех люблю. Всем пока. Всем, да, всем доброе утро. Это утро. Ты добряк. Второго или третьего дня там, не помню. Второй день. Роман Сергеевич. Сегодня мы второй день. Мы стоим тут. Утро. Раннее. Нет, какое раннее было? Время утро. Сейчас я тебе скажу. Ну где-то 11, наверное, сейчас уже. Вот тут так еще раз обустроили. Вчера снимал. Можете посмотреть там. Вчера снимал тоже вечером. Эту всю красоту. Что-то у нас сегодня дождь остановил на Гухе. Дождь пошел. Пока мы стоим, пока обедаем, кушаем, что-то кушаем. Я тоже достаю тогда макароны или что готовить? Конечно, надо что-то это такое. Блин, или гречу замутить. Смотри, что больше нравится. Сейчас будем уже кушать, да потом, может, выдвигаться будем уже на Гух там. Поползаем по Гуху, там поснимаем. Запас воды, конечно, ограничен, поэтому все, делаем по бырику. Там дальше где-нибудь еще раз это включусь. Друзья забрались, немножко поднялись метров на 100 над нашей стояночкой. Вот такой тут вид красивый. Связь, Вова, есть. Ага. Мать звонила много раз, надо позвонить. Охереть. Сейчас позвоню. Вот такие у нас просторы. Здесь Кривинская. Здесь у нас осыпи главного уральского хребта. И нам надо идти вот туда вот наверх подниматься еще. Еще долго будем подниматься. Ладно, там еще включусь. Еще поднялись. А ты знаешь, я еще 5 минут.
друзья, это высота 1250. Мы смотрим на горы. Уже вся затягивает потихоньку туманом. Облачность. Такая вот красота. Вот там там Кривицкая. Вот здесь вот у нас как раз Гумбольдта должна быть. Сейчас мы туда идем. Здесь вот у нас такая вот сопочка. Ее надо будет обойти и туда уже больше на Гумбольдта пойдем. Вот так вот, да, тут это вам не шутки, это вам гух. Вот, друзья, мой напарник поднимается, Роман Сергеевич. Пока еще не матерится. Там вообще жопа. Проще даже вон тут, наверное, спуститься. Наша цель — гора Гумбольдта. Вот она открывается потихоньку, и там уже южный гух виден. Там перевал Ходовой, там вон сопка, как она называется, на которой мы в прошлый раз были и не дошли. Вот она и есть, вот эта сопка. А мы тут чуть-чуть спустились, была высота 1380, немножко скинем высоту. Ромыч идет, спускается. Я отдыхаю, пока снимаю. Что ты там такое интересное увидал? Да вот, открылся гух. Гух! О, гух! Гумбольдта! Мы идем к тебе! Гумба! Гумба! Вот здесь Кваркуш, вон, вон там Кваркуш. Вон там, вот да, вон там Монорага Уральская, вон там горка. Сейчас. А Кваркуш — это вот то? Это Уральская Монорага, вон она видна. Дальше я не помню, как вот это. Это сколько. Вот которая светлая, да? Нет, которая, иди сюда, вот, которая еще туда сбоку. Которая, иди сюда. Уральская Монорага. Видишь, она такая, зубастая сверху. Гумбольдта две вершины. Заметил какие-то просеки такие вот, полосы, видишь? Да, да, там, да. Там, там. Это а что там это такое? Лесовозки, по-моему. Горы там, ну. Это вот что за следы такие? Ходовская сопка как раз. Что-то тут нечистое. Так это там туда же ездят на этих, на тракторах. Я читал где-то отчет. И вот такое какой-то курум здесь. Такие ровные просеки. Прикольный. Зеленый. Зеленый весь клуб. Я обожаю тебя. Как это называется? Шутья Пендыш, во, Пендыш. Гора Шутья Пендыш. Шутья Пендыш. Слушай, что, там будем кофе варить? Конечно. А это что такое? Вот там вот такое светлое, это что? Шторм? Каких-то цветочков. Туда пойдем спускаться, наверное, вниз к горе. Там вот у нас Кривинская, там у нас Денежкин камень. И здесь какое-то чудо природы, созданное человеком. Что за чудо природы, Рома? Созданное человеком.
Квартальный столб. Или что? Что это так такое? Что, домик поставили? Какой-то. У вас записка есть? И оленей рог. Рог, да, тут смотри? Там, мне кажется, навряд ли будет такого. Ну давай здесь еще. Что за цветы, Рома? А, не знаю, не скажу, не буду врать. Друзья, что за цветочки? Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Я такой необразованный, я не знаю, что за цветы, да? Да. Растут на горе 1300. 1300 на метр. Так, ну что, друзья, продолжаем съемку. Опять мы включились тут. Продолжаем съемку. Рома тут это, да, сгуху ест. Жрать охота. Жрать охота, но здесь какой-то штырь, типа, знаете чего, стоит. Вот это какой-то оленьи рог, что ли, но оленьи рог. Вот тут все открылось-то, а? Вон она наша. Шуди Аппендиш, уральская монорага. Дальше горки тут. Так, 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 так. Это, по-моему, плато наше любимое. Плато Кваркуш. Туда все продолжается. Здесь у нас, опять же, Гумбольдт, южный-северный. Зеленый Куруум. И... дальше у нас Крив, Сосинский, Кривинская. Здесь у нас, пойдемте посмотрим, здесь у нас Денишкин, Денишкин камень виден. И мы отсюда вот пришли как раз, пришли, как я и говорил, поднялись на 1380 была высота, я посмотрел на Игатре. Пришли оттуда, вон речка даже видна. Сосьва. Это Сосьва, вот он прям красавец этот. Денишкин камень прямо. Красавчик. Молодец, красавчик. Да. Красавчик Денишкин, красавчик. Это что, цветочки такие, конечно, вообще радуют прям сердце или душу. Так классно. Красиво, да. Ну ладно, что, пойдемте сейчас туда вот, на вершину, там уж включимся. Гора Гумбольдта, смотрим, друзья. Вон там радуга, Рома, радугу-то снимай. Я уже снимал, кстати, ее. Я еще там подымал, да. А. Блин, надо же тоже снять. Че? Радугу, радугу, все, смотрите, друзья. Конечная, на сегодня это конечная. Да, на сегодня это конечная точка нашего похода. Мы сделали это, сделали. Все, все, друзья, товарищи, это конец. Да, это конец. Конец. Или начало. Конца. Вон там сопка, на которой мы позапрошлом году ползали и не дошли чуть-чуть до гуха. А здесь озеро у нас. Озерко. И там у нас продолжение гуха идет. Да. Геодезический пункт. Да, здесь был геодезический пункт. Вон там, смотрите, все. Бложек свой. О. И вот такие виды нам открывают. А ветер какой сильный подувает, а? Невозможно мне. Ну, а, дует. Сильно-сильно. Ладно. Прямо гора. Смотрим. Вон там, не знаю, как, какие горки, может. Там, может, белый камень какой-то. Но посмотрим. Да, чуть крутанулись, покрутились. И сам Денишкин. Денишкин вообще красавец. Денежки примерно с, как раз с Гумбольдта, так, чуть повыше немного.
Платок Путарана называется. Все, сейчас. Вот это вот. Не, там плато Кваркушрум. А, Кваркуш. Кваркуш, сорян. Ага. Путарана где-то. Ребята вообще счастливы, блин, друзья. Ну наконец-то мы это сделали. Ё-моё. Сколько мы поднимались? Пляшем, как мы не пляшем. 4 часа, бля. Оу-е. Big chair race. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пипец, два взрослых мужика. Зашибись тут, конечно, да, высота нормально. Та вот, конечно, не намного ниже, но тоже приличная южная вершина Гумбольдта. Здесь уже спуск. Да, также передаю привет жене, маме любимой, детям Софи, Софи, Даши, всем друзьям, да, суслику. Суслику привет с Гумбольдта. Гумбольдт ждет его на следующий год. Да. Повторяю. Там еще сейчас снимем. Ладно, сейчас мы. 1411 метров еще. Не, не Шудья Пендыш, этот. Как нет? Лямпа Кутинская. Фу, блин, Лямпа. Шудья Пендыш это вон там, друзья, смотрите там. Так, Шудья Пендыш, вон там. Вот там. Вон там уральская манрага. Шудья Пендыш. Здесь я не помню, как называется. Ну, тут. И здесь где-то вот. Короче, я просто заебал. И где-то там внизу там. Орать. Где-то там внизу, блин, этот, как его зовут, плато, Кваркуш. Мы хотели сначала на Кваркуш сходить, и что-то мне не понравилось то, что он такой маленький. Вот смотрите, это Кваркуш, ну как можно сравнить с Гумбольдтом, блин, я не знаю. Гумбольдт это вообще красота. Смотрите, какой тут снежок лежит. Сейчас двоечкой попробуем. Куда? Сюда, тут этот. Сейчас. Это называется схрон или как? А там есть это? Там что-то есть, иди сюда. Да, смотри. Да, да. Давай сейчас снимем. Мало ли. Или пустышка, давай. Или на самом деле что-то там есть. Так что. Давайте, там внимание. Записки. А мы забыли ручку-то взять. Все, внимание. Сюда. Опа, что тут есть? Смотри, что мы имеем. Опа. Так. Часы. Разбитые. Типа как компасы часы. Так. Что тут еще есть? Средства от насекомых, по ходу дела. Так. О, ручка даже есть. Ручка писать. Да. Перчатки. Перчи. Так, блокнот, интересно, есть здесь? Ага. Так, вот это да. Вот так, это. Так, охотники за пухляком. Едем катать. РФ. Видно? Да. Едем катать РФ. Угу. Приколюшечки, интересно. Интересные так, приколюхи. Так. Что тут у нас? О, вот она. Что там? Записки, где пишут, вот эта штука. Так, это раздавил ее, так видать. Снегом, да чем? А, вот еще записка есть. Помимо. Оба. Тихо. Ветра. Ты на часы, но ее. Так, тут спички, смотри, мы имеем только. Их, спички. К сожалению, нет. Снегом, скорее всего, это все раздавило. Когда да, тебя? Интересно. Блин. Тайник. Блин, жалко тут. Ее уже не прочесть. Вот она. Еще есть какая-то записочка. Слушай. Ромыч, приложи ручку куда-нибудь вон под камень. Да. Под камень. Давай я лучше под мой башмак. Записочку сейчас посмотрим. Да, если получится. Что тут? Посмотрим записочку. Ну-ка, смотрим. Снимай под это. Потом можно будет зрителям прочесть, чтобы. 4.08.2021, да? Да, год 13.15.30. Группа в составе Галиев Константин, Галиева, Светлана, Федосеев, Никита, Собака. По кличке Алтай идем маршрутом Шудья Пендыш, Гух, Жигалан. Старт 30.07.21 года. Погода замечательная. Там что-то не прочесть, почти нет. Солнце иногда закрывает облака. Настроение. Настроение отличное. Отличное, да. Телефонных. Всем привет из Березняков. Представляете, ребята, тут круто. Березняки были просто на Гухе. Молодцы. Молодцы, ребята.
Так, там еще, кстати, круто. Есть. Круто. Подожди. Еще одна есть? Ну, тут вот, смотри, целый блокнот лежит. Там плохо, конечно, он, наверное, прочесть будет. Блин, контейнер, к сожалению, уже весь потрепанный. Вау. Что это тут такое есть? Что за Библии кусок? Че? Что за Библии кусок? Опа, нифига себе. Ну, блин. Тут уже, конечно, страницы носителей. А, носителей тайника. Понял. Страница носителей тайника. Выглядит это. Страница дело. Посетителей тайника. Посетителей. Носителей. Блин. О, ты супер. Короче, супер. Носитель ты тайника. Так, носитель. Блин, тут карандашом написано где-то. Да. А, да. Лучше ручкой, конечно. Тут сложно, писать. Конечно, прочесть. Блин, ладно. Ну он весь, смотри, тут грибком. Это Аня. Грибком он весь пошел, видать, этот блокнот. Так, и весь носитель пошел грибком. Вот есть какие-то данные. Туристы шли. Вижу, что-то написано. Так, еще какие-то. Слушай, там номер телефона даже, да, Березняковский? Да, да. Оставили, молодцы. Надо им позвонить. Ну что, ребята, мы вошли вашу, нашли вашу записку. Да, мы нашли, кстати, вашу записку. Там, кстати, да. Что-то интересно написано? Будет пообщаться, может быть, даже где-то как-то и словиться с ними. Группа из ЕКБ, туристы из ЕКБ, Тюмени. Еще какой-то. Сиськи верхние, Сольва. Блин, сложно. 22 человека посетили кто-то. Для лямпы Кутимская, что-то скатались. Коробка вся разбросана и... сломано, заклеили ее скотчем. Будто это они, значит, заклеили. Всем удачи, погода ветреная и роспись. Там, может, сами посмотрите, переведете журнал тайника. Журнал посещений еще зашли. Тоже. Блин, Березовский надо. Город. Да, какой-то. Реально надо новый какой-то этот самый. Надо как это, как да Чагодай говорил, сделать. Скотчем облепить все, весь журнал. Или ну, скотчем не напишешь. Екатеринбурга, блин. Давай, Екатеринбурга, Иркутска совершили, что, видимо, схождение. Два, что ли? По температуре? Может быть. От базы Крип, что ли, у них погода хорошая, ветреная. Блин. Короче, ну, примерно. Примерно нормалек. Понятно. Нормалек. Хороший здесь. Такой. Блокнотик, но да. Половина непонятна. Мы не сможем, кстати, оставить свое сообщение, потому что не на чем писать. Да, да. У меня нет тоже ничего с собой. Писанины нет. Блин, плюс еще смотри, тут контейнер надо уже надо стальной разрушен. Контейнер. Да, контейнер разрушен. Угу. Надо было интересно, кто тут контейнер, часы вот. Ставил, я не... Это что такое? Еще разок, гух, мы любим тебя, родной ты наш, красота, на двойку давайте, друзья, двоечка поснимаем, о, сколько тут еще в июне-то, сегодня, Ром, какое? Сегодня 10-е. Нет. Или 11-е? 10.06. Сегодня 10.06, то есть 10 июня 23 года. Мы пришли сюда. Да, сейчас снимаем. Вроде открылся ветер. Ветер дикий, невозможно что-то вещать, но попробуем, что, поближе. О, вот там просвет какой-то тоже. О, ничего себе, сильно, да, ветер дует, круто. Да, там все вот. Дальше спускаешься и туда, на ходовой, выходишь. Но мы сейчас пока на Гухе, на лямпе Кутимской, да? Все, снимаем всю эту красоту. О, это Кривинская сопка. Там, опять же, Денежкин камень. Все тут уже было сказано. Пойдем, наверное, спускаться где-то вот тут, наверное, вниз. Потому что там поположе будет, чем мы сюда. Я немного прикрыл. Но. Еще, может быть, кому-то интересно будет почитать. Да, друзья, мы вот там вот поднимались. Вон, видите, там небольшой такой пригорок. Мы на него взошли сначала и потом вот туда вот, на 1380. А потом уже сюда вот. А, вот.
Я тут рюкзак свой принес. Или тоже кое... Костыль возьмешь с собой на память? Костыль из Гумбольта? Это гвозди, на которых эта самая вышка держалась. Так-то можно взять. Посмотрим, что. Да, поставишь куда-нибудь, стеночку, гвоздик придет. Ну, там, смотрите, какой-то световой просвет вон там. Интересно. Че, Ромкич, это не снимаешь? А я вот сколько снимал, сто раз снимай. Ты уже сто раз. А тут хоть снимай, хоть не снимай, блин, хоть сто раз снимай. Я попросил. О, друзья, это супер. О, вон там просвет какой-то, ага. И там все вниз, и южная часть видна, вон там южная часть Гуха, на которой, в принципе, сейчас смысла нет. На самом вершине Гуха, на горе Лямпа Кутимская Гумбольта. Ох, как дует, жестко дует, жестко, жескач, жескач, все, жескач, ребята, жескач дует. Так, красота. Фотографируйте, а просто фотки делаю. Давай. О, мощно как дует, офигеть. Вот, друзья, наконец мы уже спускаемся, пошли спускаться. Сколько-то? Около часа спускаемся. Сейчас посмотрю еще. Это. Вроде бы нету приближения. Солнышко тут выглянуло на Гухе. Красотович. С приближением немного. Не хочет приближать. Угу. Ну, нам туда вот идти. Ну, там линия такая идет, видно. Вот, почти туда, на эту дорожка. Как раз граница заповедника. Денежкин камень там идет. У нас палатки тут недалеко стоят уже. Вот он спуск, вот он наша гора. Ну, видел я радиоволновый розовый. Ни одного кустика. Еще, видимо, рано или что. Ну. А хотел выкопать и отвезти на дачу. Да, еще сложно определить, где тут радиола. Вот так вот, друзья, потихоньку спускаемся. Что, друзья, пойдемте попробуем немного, поснимая спуск. Не знаю, как получится, нет. Но идем потихоньку. Ага, которому впереди пускай. Что не получится, да, его. Говорить, получится. У нас нет другого выхода. Да, у нас просто выхода нет. Все должно получиться и получится. Так, потихонечку. Урум, конечно, вообще сейчас он еще чуть-чуть мокренький. Да. Так вот, друзья, идешь, получается, и офигеваешь просто под этим курумом. Ну, всякие тут идешь. И мелкие камни, и большие камни, и всякие камни, короче. И сырые, не сырые есть. Идем потихонечку снимаем. О, бляха! Осторожно. Да, тут некоторые камни вообще ходят. Еще опасно, блин. Опасно, опасно. Можно с камеры, наверное, тут улететь. Камеру выбрать. А, бля. Продолжаем съемочку. Идем тут, типа, как траверса делаем. Надо спуститься к той вон. К тому распадку. А, бля. Потихонечку попробуем. О! О, блядь! Так ударился. Слушай, я прям лодыжкой тоже ударился в камень. И так сейчас болит эта косточка. Болит, бля. Давай аккуратней. Да. Ладно.
Сейчас чуть дальше отойдем, еще поснимаем. Ну что, друзья, продолжаем спускаться. Здесь, да, какой-то серый гранит. Похож очень какой-то на гранит. И серого цвета такой. Блин, прям как это. Каменоломня какая-то, блин. Слушай, а может быть тот факт, что из горы что-то выходит, ну то есть какие-то испарения, и он здесь такого цвета? Может быть. Вполне. Что там в горе? Мы не знаем. Может быть там какая-нибудь другая нация живет? Это пермяки. Подземные какие-нибудь жители. Пещерные люди. Подземные, но и тролли. Тролли. Вот так, ребята, может быть. Вот такой, да, спуск тут. Приседание. Приседание. Спуск здесь нормальный. А, отлично. Блин, о. Вот мелкий курумник начинается у вас. Мелкий, да. Мелкий тяжелее. Мне кажется. Ну как-то это. Ну, как прям... это сыпуха. Угу. Рассыпуха. О, взял, поехал. Да, вот на нем можно спокойно уехать. Блин, ты что? Ага, что это? Это чё? Корзинка потерял. Это ли не шутки? Опа-на. У Мишутки, да? Это не шутки. Мы встретились в маршрутке. А, курумчик. Продолжаем. Спуск. Ёба-ёба-ёба, оп, опа. Потихонечку, помаленечку идем. Съезжаем потихонечку тут. Ну, сюда на коврик. И дальше. Идем, идем. Оп! На другой коврик. И вышли чуть-чуть тут. Дальше идем, дальше. Тут спуск, конечно же, заснимем. Постараемся заснять спуск. Так вот идем. Сейчас уже выйдем тут на небольшой участочек, где можно что-то хоть поснимать. Опа, оп, оп, оп. По камешкам тут тук-тук-тук-тук-тук. Идем так, снимаем с такого ракурса. Чуток. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Водичка какая-то тут бежит. Ох! Чуть-чуть. Ладно, потом еще раз включимся. Да, идем 2 часа 12 минут. По разным типам курума. Сухой, мокрый. Какой-то даже гранитный. Прошел небольшой град. Да. Дождем. Это еще он там нас застал. Нормально так, да? Да, у нас там выполоскал этот град. Я еще не включался что-то. Не знаю, что-то лень было. Сейчас вот уже почти спустились. Но еще нифига не почти. Уже спускаемся. Потихонечку идем. Курумы разные, слоистые какие-то структуры. Граниты вроде. Короче, нелегко вот эти граниты. Тихонечко идем. Спуск, спуск. О! Ноги уже не пашут вообще никак. Устали. Там есть, из-за этого сложнее приходится.
принципе, нам осталось вообще вон фигня. Конечно, у нас уже зона леса. И вон там у нас уже эта дорога идет прямая. Сюда видно. Ладно, чуть ниже еще включимся. Может, лагерь уже. Всем пока. Друзья, забор воды, здесь воды нет. Рома расчищает ее. Снег расчищает. Сейчас наберем. Вот вообще отлично. Плотный такой. Прям капец. Плотный, хороший. Там потом растопим. Можно и на костре фигануть. Классно, классно. Такой слежавшийся снежок. Обмывать его. Обдавить его, но... Такой вес уже. Давай максимум. Конечно, сейчас его полный закинем. По полной закинем. Все окей будет. Чтобы нам туда не бежать. Уже к этой речке, к Талой. Уже еще можно пару кружечек, да? Что, не порвет его там, блин? Долблю, блин. Давай еще парочку и... Ну все, друзья, у нас вода есть теперь. Реклама. Герма сплав. Герма сплава. Взял на плечи. Создан для людей. Создан для снега. Я пошел на денежки. На денежки. После гуха я еще на денежки, ага, отправился.
Друзья, Роман пошел бродить речку Сосьва. Поаплодируем. Утро, друзья, мы в Североуральске, сегодня 11 июня, собрались уже домой, опять как всегда, как обычно, в парке, кайфуем, я опять готовлю кашу со сгухой, вот такие тут лисеницы стоят. Красивый. Тот же парк, что у меня и на первом видео. Да? Сейчас приехали опять заранее. Время было пол восьмого. И тут решили засесть в этом парке, съездили за водой. Сейчас уже собираемся домой. Это, видимо, улица Мира, что ли, на улице Мира стоим. Сегодня последний день нашего похода, сегодня вечером уже дома будем, так что ждите новых видео, друзья. Сейчас себя поснимаю. Всем привет из Североуральска. Да, сегодня тут, сейчас тут сидим, кашу сейчас я сделаю, похаваем. Привет. Да, такие тут цветочки интересные. Всем привет. Вот такие вот тут цветочки растут. Какие-то. Самые, наверное, простенькие. Здесь парк какой-то. Парк Победы, что ли, называется. Что, друзья, до следующих походов, до следующих встреч. Увидимся. Всем пока. Ну да, ищи дальше. Ты город Карпинск, там Жуковский камень.
классно сделали, молодцы. Растут гранозавод. Гранозаводск растет. Основная платформа. О, любимый пес мой. Это Мэнни? Пакьяо. Пакьяо. Эй, Пакьяо. О, какой, смотри. Крепкий еще. Здорово. Иди сюда. Сосиску дам. Свою. Пожевай. Я такой. Умной. Что-то кушал, да? Облизываешься, держишь. Что, просит, наверное, пожрать что-нибудь? Здорово, мужик. Как я зовут? А? Койва зовут? Мэнни Пакьяо. Гавкни хоть разок. Ради приличия, да? Пёрни хоть. Ради неприличия. Хороший песик. Такая платформа. Горнозаводска. Паши. Опять уедут нафиг. Да, без нас.